Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. И как вы уже поняли по картинке, в преддвериях завтрашнего праздника Пасхи, поздравляю с этим праздником всех православных, мы будем разыгрывать вот такой вот термос от фирмы Тигер, называется Сахара. Что нам для этого нужно, я думаю, все уже поняли. Нужно открыть мою страницу на YouTube. Вот мы ее открываем. Находим видео, где происходил данный розыгрыш. Открываем данное видео, вот, копируем с него ссылочку, вот, копируем ссылочку и открываем теперь программу Randomizer, с помощью которой мы будем все это, уважаемые зрители, разыгрывать. Вставляем данную ссылку и видео, вот, он у нас опознал. Сколько у нас просмотров, сколько у нас комментариев. И теперь мне осталось нажать кнопочку, чтобы определить одного единственного победителя. Вот. Что хочу сказать. Отправка данного термоса будет за счет победителя, да, в любую точку мира. И как победитель увидит это видео, да, опознает, идентифицирует свою личность. Да. Пусть мне напишет по электронной почте все свои координаты. Под каждым моим видео есть адрес моей электронной почты. Ну, не буду это все затягивать. Я думаю, все уже давно хотят это все узнать. Кстати, все зрители, кто смотрит мой канал, и подписчики, не переживайте. Впереди еще будут видео, где будут разыгрываться всякие интересные, я думаю, ну, как сказать, вещи, наверное, одним словом так назвать, которые нужны будут и для отдыха, и для рыбалки. Я не буду бросать это дело, буду продолжать двигаться в том же духе. Так, ну ладно, я уже очень сильно заболтался. Давайте мы все-таки определим и нажмем вот эту вот кнопочку «Мне повезет». Смотрим, смотрим, смотрим. Чья-то шкала, о, как сразу же стартанула, подзадумалась в конце. И, ну, Богдан Василевский. Термос хорош, вот такой вот написал он комментарий. Ну, Богдан, поздравляю вас с данным выигрышем. Пишите тогда мне на электронную почту. Адрес электронной почты, еще раз повторяюсь, есть под каждым моим видео, да. И мы будем решать, как мы отправим данный термосок вам. Вот, ну, надеюсь, что Богдан Василевский у нас живет где-нибудь поближе, а то, может быть, если такая, кстати, моменты такие, я встречался, что если человек живет за границей, то отправка стоит достаточно дорого. Вот, и, может быть, даже будет нерезонно данный термос отправлять. Но, думаю, мы с человеком это все обговорим и решим этот вопрос. Вот так вот. Вот, ну вот, уважаемые зрители, посмотрели мы все, определили победителя. И еще раз поздравляю всех с наступающим праздником. Желаю вам всего-всего самого хорошего, чтобы было в этой жизни у всех все хорошо, чтобы у всех все сложились, все мечты, все желания, чтобы были все здоровы, счастливы, и у всех было отличное настроение. Ну, а вот всем, кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. До свидания, уважаемые зрители. До новых встреч.